Всем привет! Посмотрим сейчас еще на одну... Ну, таких игр будет много. Игру под Linux, ну, не только под Linux, но самое главное, это я смотрю на те игры, которые идут с исходным кодом, и которые у меня получается легко собрать. Ну, относительно легко. Если же у меня начинаются танцы с бубнами, то... Вы этих видео не видите, да? То есть уже были такие игры, которые просто так собрать легко не получилось. Короче, Xenotic, это что-то... Вот это значок Quake напоминает. Free and Fast Arena Shooter. Это какой-то шутер. Он открыт, то есть это открытые исходные коды. Короче, вот я перешел на ссылочку Download, и здесь можно либо торрент скачать, либо zip, но нам надо исходники, вот, исходники всех частей, ну это в принципе мне и надо, Save, ну save так save, так, что оно качает, и, да ладно, 6 мегабайт исходники, Экстракт Хири. Давай. Извлекли. И чё у нас тут? Не, это какой-то развод. Ребятки. Как так? Make файл. А что в make? Может быть в make файле. Это как видите, Notepad плюс под Windows запущенный. Вайном. Так. Не понял. Что-то я тут не вижу. Каких-нибудь скачиваний. Хотя вон... Ладно, давайте попробуем. Давайте попробую. Так. Это у нас был... Тюкс перед этим. Давайте. Всем Xenotic. Есть. Теперь в папочку download зайду. Зайду-ка. И скачаю это все добро. Так. Надо звездочку. Вот так вот. И F6. Ну, не знаю, что получится. Давайте make запущу. Nothing to do. Ну да. Блин, как собрать? Исходники в архиве 6 мегабайт. Да. Так, ладно, сейчас нажму на паузу и почитаю. Короче, нажал Ctrl-F и начал писать comp. И вот development. How to compile from git. Посмотреть также вот эту структуру. Ну, я смотреть не буду. Я открыл вот эту вот ссылку. И по вот этой вот ссылке вот сразу же Ubuntu. Ubuntu. Давайте установим, но... Высокая вероятность того, что это все уже у меня давно установлено. Так как это не первая игра. Да? Так. Нет, смотри-ка. Не все еще установлено. Но пусть устанавливает. Дальше. Дальше. И что? А как собирать? Это что? Подождите-ка. Это settings. Ага. Клонинг. Вот. Клонинг. Main repo. Ага. Я не то склонил. Вот так вот. Короче. Вот это все добро я удаляю. И давайте я, наверное, вот тут сделаю вот это. Так. Давайте. Git clone. Все. Был неправ. Скачал непонятно что. Ну как, была ссылка, было написано, я скачал. Так, что нам дальше надо? Да, дальше надо обновить будет. И вот здесь пойдет скачка всех остальных репозиторий. То есть данных, логики, карты и все такое. Что надо делать дальше? А дальше довольно интересно будет. Ну, сборка, как вы видите. Compile, ну, тут свои скрипты. Вот. И вроде все. Окей. Значит, ну скорость вроде неплохая, да? Но, судя по всему, как бы игра не маленькая. Все-таки это 3D-шутер.
3D шутер. Так, а есть тут какое-то медиа? Вот оно, медиа. Давайте посмотрим. Потому что в это я тоже не играл. Ну, когда-то играл в Quake, то, в принципе, понимаю, ну... То есть оно, по идее, похоже, да, на что-то такое, на Quake. Quake Arena еще какая-то была или еще? Не помню. Так, что у нас? Ух ты, блин! 4,6 гига. Ой-ой-ой-ой-ой, карта 5,6 гига. Ну, ху-ху. Наверное, я тут надолго. Как бы да, вот он, ксонотик, но нужно еще вот это сделать. И это дело будет, походу, не быстро. Ладно, сейчас я выполним. Ну, пока сложностей нет, да? Репу выкачали. Сейчас выкачаем вот это все остальное добро и... R это релиз, да. Вот, compile R это релиз. Релиз, чтобы все было побыстрее. Хорошо, смотрите, здесь еще расписана структура. Короче, у меня вот так вот ссылки под видео и будут. Вот в таком порядке. Вот. А пока ставлю на паузу, потому что выкачиваться, походу, будет долго. Короче, все скачалось. Ну, давайте я попробую это все собрать. Ну, занимает это все уже. Так, сейчас давайте посмотрим. 6,2 гига. Ух ты, а что у меня так мало места? Наверное, потому что все всякое ставлю, собираю, ставлю, собираю. Короче, понеслась сборка. Да, с семейком это удобнее, потому что видно в процентах, а тут непонятно, сколько эта сборка будет идти, и довольно-таки много ворнингов. Ну, главное, чтобы собралась. Вот. Ну, тогда я пока ставлю на паузу, жду, пока соберется. Короче, тут чистил место, оказывается, в Стиме что-то было установлено. Собралось довольно быстро. Ну, возможно, потому что все-таки у меня SSD-шка. Возможно, давайте запускаем. Запускаем этот шутер. Ух ты. Шутер запустился. Не знаю, как вам, но у меня сейчас на полном экране. А почему я так говорю? Потому что этот рекордер все-таки иногда... Так, разрешить использовать... Да. Да. Ну... Что ты хочешь? А, имя. CPP просто. Все. О, одиночная игра. А чё так мелко все, ребята? А, ух ты, вон оно как. Как там? Эванова. Короче, ну, вон оно как. Так, уровень 1, уровень 2. Я так понимаю, остальные уровни можно подкачать. Ладно, начать одиночную игру. Да, на Quake похоже, вот это посредине, там где башка орла. Ну да, наверное, подкачать карты можно. Короче, собралась быстро. Собралась быстро. И чё? Ой-ой-ой, тут так быстро бегать надо. Блин. Ай-яй-яй, так промазать можно. Да ёлки, а чё я не беру? Не понял. Press jump. А, jump надо было. Это просто свободная камера была. О, нормалек. Так, походу надо лупашить негодяев всяких. Давай, 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 давай. Бэмс, бэмс. Это боты. Ну, я так... А, ну по сети можно, да, там было. Там было Network Game. Network Game. Да, конечно, так долго... Не, когда-то я играл в таком режиме. Ну, вот это постоянно мельтешение перед глазами, вот эта скорость, вот эта стрельба, даже что-то в кого-то попадал, убивал. А сейчас, конечно, наверное, долго так и не поиграешь. Короче, смотрите, вполне себе нормально шутер арена. Да, шутер, вот. Ну, убили. И оказывается, к таб нажмем.
Чё я тут по урону? Ну, вроде по урону не самый последний, а по счету самый последний. Короче, будем выходить. Так, игра по сети. Смотрите, по сети есть и это, я так понимаю, не защищены, да? Ну, короче, народ играет. И народ играет что-то по нулям там. Не, ну какие-то есть. Не, ну если сервера есть, значит люди играют. Так, как мне выйти? Выход, выход, выход. Вот кнопку. Да. В принципе, ничего. Что это такое? Ух ты, тут даже, смотрите, в консоль, в терминал что-то шло. Я запустил игру и понеслось. Отшлепал своим большим дробовиком. Ха, интересно. Отшлепал своим большим дробовиком. Интересно, интересно. Так, короче, а где же тут исходники? Ребята, а где исходники? Сервер. Ладно, сделаем по-другому. Сделаем по-другому. Find file. File будем искать вот так вот. CPP. Есть, исходники есть. Вот где-то уже много их. Давайте games.net. Короче, исходники есть. Надо просто посмотреть структуру этих всех исходников. Contrib. Вот. Короче, все. Думаю, все. Что вас мучить? Ссылки вот так вот и будут в такой же последовательности. Это я закрою. Вот. Ну, в принципе, что? Скачать можно, собрать можно, запустить можно, играть можно. Поэтому разбирайтесь, кому интересно, в исходном коде. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.